В 2022 году Белорецкий район стал участником краевой программы развития здравоохранения, в рамках которой мы получили субсидию на два объекта. Первое – это проектирование объекта, здание врача общей практики в поселке Южном. И второй объект – это у нас строительство здания врача общей практики в поселке Заречном. На эти цели, на проектирование выделено краем 2 миллиона рублей, на строительство 12 миллионов 882 тысячи рублей. В этом году, 28 марта, получено разрешение на строительство. Подрядная организация «Радуга» после конкурсных процедур стала победителем и приступила 1 апреля к строительству кабинета врача общей практики. Срок окончания строительства 31 октября 2022 года. По результатам строительства жители получат новый современнейший кабинет врача общей практики, где жители могут получать профессиональное лечение и прием. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, а до этого куда обращались жители поселения? До этого жители обращались в нашу центральную районную больницу. Теперь понятно, со строительством этого ОПА обслуживание станет шаговой доступности. Мы просьбы жителей выполнили.